Колоссальный размах. Тысячи жителей и гостей Самары пришли в парк «Дружба» на фестиваль цветов. Необычайная красота и букет ароматов, ландшафтные композиции, выступления творческих коллективов. Настоящий праздник для души и для глаз. Замечательно, в принципе, красивые экспозиции видны. То есть и настроение поднимается. Заметно, что много людей собралось. Замечательный праздник сделали. Праздник отличный, веселый. Для детей вот здесь вообще просто восхитительно, я считаю. Музыка всевозможная, разнообразная для любого поколения. Ну, праздник по мне просто превосходный. Праздник сумасшедший, интересный. В смысле сумасшедший, в хорошем смысле слова. Дети радуются, взрослые тоже с улыбками на лицах ходят по этим аллеям, рассматривают интересные фигуры, экспозиции, очень много растений, цветов. Все очень прекрасно. В нашем городе должно быть как можно больше цветов, рассказал жителям Самары глава администрации Олег Фурсов, который также пришел на городской праздник. Общими усилиями мы сможем кардинально преобразить город, чтобы Самара радовала людей своими красками. Для этого в городе разрабатывается специальная программа. Условное название «Цветущая Самара» этого проекта, я думаю, что мы договоримся со всеми работодателями, со всеми собственниками киосков, магазинов, торговых площадей, чтобы они украшали территорию около себя. Ну и мы в этом году закладываем большую сумму средств на то, чтобы подготовить рассаду и высадить ее в следующем году на газонах нашего города. Люди очень позитивно отнеслись к этой практике. Я думаю, в следующем году, если все будет хорошо, мы с вами город кардинально украсим цветами. Город должен быть цветущим у нас. Сделать Самару цветущей вполне реально. На будущий год заложены значительные средства на озеленение газонов, рассаду и высадку цветов. К этой работе планируют привлекать и активных неравнодушных горожан, и, конечно, организации. Такие как спецремстройзеленхоз, сотрудники которого неоднократно доказывали любовь к растениям и умение работать с ними. Они, по крайней мере, со мной разговаривают, отвлекаются, цветут. Кактусы у меня регулярно, то по очереди цветут. Все. Даже алоэ. Второй раз уже у меня алоэ зацвел. Также на фестивале подвели итоги фотоконкурса «Цветной город», который проводился совместно администрацией города и предприятием парки Самары. Одной из лучших стала фотограф-любитель Юлия Ишенина. Говорит, на победу не рассчитывала, просто делала то, что любит. Так как изображена хозяйка цветов, то, в общем-то, видно, что она их любит, она их подбирала. Конечно, каждый человек выращивает цветы, которые ему подходят, которые именно с ним сочетаются. Так и получилось. Создатели лучших работ по флористике и ландшафтному дизайну будут претендовать на возможность украшать Самару в преддверии грандиозного события – чемпионата мира по футболу 2018 года. Марьяна Мирная, Артем Сулайманов. События.